Отца и Сына и Святого Духа. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы отмечаем богатый в литургическом отношении день. По Митя переводит, да? Синхронно. We're waiting for the interpreter. We'll do a simultaneous. Значит, сегодня мы слышали евангельское чтение о мытаре Закхее. Это Евангелие всегда читается в воскресенье перед началом приготовительного периода к Великому Посту. Митя, я думаю, что у всех нет этих аппаратов. Вы просто в микрофон говорите. Я вам дал микрофон. Микрофон вам дали? Даже профессиональным помощникам нужно помогать. У него маленький опыт, так что было время, когда его одалживал президентом нашим. Итак, вот сегодня мы отмечаем неделю Закхея. А через неделю начнем уже вступим в приготовительный период к Великому Посту. И услышим евангельское чтение мытарей и фарисеев. Всегда так удивительно получается, что после Рождества как-то время сокращается. Вот не успели мы оглянуться, как уже скоро начнется Великий Пост. Кроме того, сегодня мы отмечаем память святой блаженной Ксении Петербургской. А также память святой Ксении Римляниной, в честь которой святая Ксения была названа при крещении. Да, и ввиду того, что у нас центральный аналой занят двумя большими иконами, мы икону святой блаженной Ксении поставили на аналой, где обычно лежит икона Божией Матери. А в 1917 году, когда заседал Великий Всероссийский собор Русской Православной Церкви, было постановление в это воскресенье, ближайшее ко дню убиения первого священномученика, нового священномученика Русской Церкви, митрополита Владимира Киевского, поминать всех убиенных в годину лихолетия безбожной властью. И поэтому с тех пор и по сей день мы в этот день празднуем память новомучеников и исповедников российских,
десятки тысяч священнослужителей, монахов, монахинь и простых людей, которые отдали свою жизнь за Христа. И хотелось бы сегодняшнее слово посвятить именно им. По свидетельству многих историков западных и российских, большевистское гонение на православную церковь по степени жестокости превышало гонение на христиан первых трех столетий вместе взятых. То есть представьте себе, дорогие братья и сестры, за каких-то 30 лет 20 века, так называемого просвещенного, прогрессивного 20 века, было убито больше людей за Христа, чем за первые три столетия. Последний протопресвитер российских армий и флота, отец Василий Шавельский, в своих воспоминаниях и, в частности, в статье «Большевизм и церковь», писал, что нет тех издевательств, тех зверств, которые бы стеснялись применять по отношению к религии и духовенству в Советской Республике. Когда мы смотрим на икону новомучеников российских, мы видим множество фигур. И трудно, когда вот ты смотришь на эту икону, персонализировать страдания каждого из этих людей. Но хорошо было бы нам сегодня хотя бы пару минут послушать, какого рода истязаниям эти люди подвергались. Чтобы оценить степень их жертвы. В городе Юрьеве, как сообщает тот же отец Василий Шавельский, красные палачи топорами изрубили 17 священников и епископов. In the city of Yuriev, as Father Shabelsky writes, the red persecutioners took axes and cut up 17 priests and bishops. Большевики бросали священников в свалочное место, отрезали им носы и уши, одевали в женскую одежду, заставляли танцевать, распарывали священникам животы и сажали туда живых поросят, одевали лошадей в церковные ризы так, что крест приходился на лошадиный зад, вставляли папиросы в рот изображения святых, устраивали вместо панихид свистопляску и так далее и тому подобное. The Bolsheviks drove through the priests into a pit. They cut off their noses and ears. They put women's clothing on them and forced them to dance. They opened up their stomachs and
so that the cross was right over their hind part, and they put cigarettes into the mouth of the images of the saints, and instead of panihida, they danced, and so on and so forth. В 1981 году, когда русская зарубежная церковь готовилась причислить к лику святых новомучеников и исповедников российских, наша церковь опубликовала небольшой список жертв коммунистического антирелигиозного террора. Раньше мы пользовались исследовательской работой протоиерея Михаила Польского, двухтомник «Новомученики и исповедники российских». И все люди, включены в эти два тома, были причислены к лику святых в 81 году, а в России в 2000 году. In the past, we used the works of the famous priest Michael Polsky listed the victims of the communist terror. This was in 1981, and later on, this was also adopted by the Russian Church in Russia. In the year 2000. И вот просто я прочту 5 или 6 имен из этого списка. Их много. Я не хочу вас утомлять, но это важно, чтобы оценить качество их жертвы. So why don't we read just a few of the names of these martyrs, five or six perhaps, but this is important to realize the quality of their sacrifice. Об упокоении протоиерея Иоанна Кочурова, ноябрь 17 года. Служил в Америке, построил собор в Чикаго. В царском селе обличал вооруженную толпу за злодеяния, зверски замучен, стал первомучеником духовенства. Упокоение протоиерея Петра Скипетрова 14 февраля 18 года, 84-летний настоятель церкви Бориса и Глеба с чудотворной иконой Божией Матери всех скорбящих радостей в Петербурге, застрелен на паперти собора Александра Невской лавры, когда с крестом в руках пытался остановить вооруженный отряд, ломившийся в храм. For the repose of Brother Priest Piotr Skipetrov, on the 14th of February 1918, when the 84-year-old parish priest of the Church of Boris and Gleb, with the miraculous icon of the Mother of God, stood there in St. Petersburg, he was shot in the church of the Alexander Nevsky Lavra. But with a cross in hand, he tried to stop об упокоении иерея Иоанна Краснова, апрель 18 года, станица Долженская Кубанской области, сожжен живьем пароходной топки. For the repose of priest John Krasnov, April 1918, in the Kubanskaya Oblast, he was burned alive in the ship. Об упокоении иерея Александра Подольского и иже с ним, весна 18 года,
Отец Александр в станице Владимирской Кубанской области после глумлений, избиений был зарублен на свалке. Пытавшийся его похоронить прихожанин застрелен на месте. Об упокоении иерея Григория Дмитриевского весна 18 года убит в селе Соломенском Ставропольском губернии. Перед казнью колено преклоненно молился, отрублены нос и уши, потом голова. И вот такой список, дорогие братья и сестры, можно было бы часами читать и ужасаться тем зверством, с каким безбожники объявили войну Богу и людям. And so such a list could be read for hours and hours and to be horrified at the terrifying things that were done to these people for their belief in God. Нам нужно усердно молиться новомученикам и исповедникам российским, чтобы они вдохновили нас стоять твердо на основе нашей веры. And we must pray to the martyrs and confessors of Russia so that they help us stand firmly in our faith. И молиться, чтобы такого больше никогда не произошло в истории человечества, такое зверство. And to pray that never again such a thing occurs in the history of mankind in such hideousness. Вот подумайте, дорогие братья и сестры, русское православное царство, просуществовавшее тысячи лет, и под конец истории вот императорской России произошло то, что произошло, маленькую частицу, которую я раскрыл вам сегодня. So imagine the Russian government, the Russian country, which existed for 1,000 years, and during a few short years of the 20th century, what happened that I described to you just now. Так что помогай нам, Господь, помогайте нам, новомученики российские, быть достойными вашей памяти, ваших молитв, вашего вдохновения. So help us, martyrs and confessors of Russia, to be worthy of your memory and to be worthy of your inspiration. Аминь. The blessing of the Lord be upon you through his grace and love for mankind, always now and ever.